И снова привет из темных глубин мироздания. Я Эмили Каландрелли. Для многих стало шокирующим принятое Международным астрономическим союзом решение разжаловать Плутон из полноценных планет в карликовые. Почему с ними так поступили? И что именно делает планету планетой? В поисках ответа на эти вопросы мы отправляемся в планетарий Адлера в Чикаго. Девятая планета. Поиск продолжается. Планетарий Адлера, раскинувшийся на берегу озера Мичиган, это самый первый планетарий, открытый в США. Теперь в его здании астрономический музей. Среди экспозиций есть та, которая представляет для меня особый интерес. Что такое планета? Что такое планета? Ответ не так прост, как вы думаете. Когда ученые впервые задались вопросом, что делает планету планетой? Я бы поставил вопрос по-другому. Когда люди начали думать о планетах, как о небесных телах, как об иных мирах? В начале 17 века, когда Галилео Галилей направил телескоп на Юпитер и Венеру, он обнаружил, что это не просто светящиеся точки, а настоящие миры, подобные нашему. То есть он, по сути, проложил путь к пониманию законов Вселенной. Так что делает планету планетой? Изначально было два основных критерия. Во-первых, планета должна находиться на орбите звезды, такой, как наше Солнце. И во-вторых, она должна быть достаточно крупной, чтобы ее гравитация смогла придать ей форму шара. В 1930 году молодой ученый Клайд Томбо открыл в поясе Койпера шарообразное тело, обращающееся вокруг Солнца. Его назвали Плутон, и следующие 76 лет Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Все считали его планетой. Его называли планетой, и все были довольны. Но с появлением более мощных телескопов ученые обнаружили в Солнечной системе еще объекты, которые также имели форму шара и обращались вокруг Солнца. Перед учеными встал вопрос: если Плутон планета, означает ли это, что и эти тела являются планетами? Ситуация могла бы сложиться так, что Солнечная система была бы нашпигована десятками планет. И ученые предъявили новые требования. Планета должна обращаться вокруг Солнца, обладать достаточной гравитацией, чтобы иметь форму, близкую к шару, и вблизи ее орбиты должно быть пространство, свободное от других тел. Именно этот третий критерий лишил Плутон статуса полноценной планеты. В 2006 году за это решение проголосовали участники Ассамблеи Международного астрономического союза. Орбитальное пространство, свободное от посторонних объектов. Звучит сложновато. Что это значит? Для того, чтобы очистить орбитальное пространство от посторонних тел, нужно обладать достаточно мощной гравитацией. Планета должна менять орбиты этих тел, либо притягивать их, либо отправлять в другую часть Солнечной системы. На этой экспозиции представлены самые последние видения планеты. Но многие ученые не согласны с этим дополнительным третьим критерием. В их числе Марк Хаммергрен. Почему мы определяем объект, исходя не из того, чем он является, а из того, где мы его обнаружили? Если вы увидите в табуне лошадей зебру, она не перестанет от этого быть зеброй. Вы не будете называть ее иначе только потому, что она в непривычном окружении. Думаю, это мнение ошибочное. Даже будучи разжалованным в карликовые планеты, экзотический Плутон стоит того, чтобы его изучали. Темные глубины мироздания. Далее в программе мы встретимся с тем, кто несет ответственность за понижение Плутона в ранге. Плутон перестали считать планетой. Мы поняли, что подобных ему объектов много. НАСА запускает межпланетную станцию, чтобы узнать Плутон получше. Многие рассуждали так: если какое-то тело и можно назвать планетой, то это Плутон. Темные глубины мироздания.
С возвращением в темные глубины мироздания. Ученые из Калифорнии нашли доказательства существования ранее неизвестной планеты в Солнечной системе. Ее еще предстоит обнаружить в телескоп, но по предварительным оценкам она в 10 раз больше Земли. Если это окажется правдой, представления о Солнечной системе радикально изменятся. Астрономы годами изучают Солнечную систему и то, что лежит за ее пределами. А поскольку телескопы становятся все более мощными, новые открытия совершаются с поразительной скоростью. Примерно на такой орбите. Астроном Майк Браун прославился открытием небесных тел на окраине Солнечной системы. Он обнаружил карликовую планету Эриду, что в итоге лишило Плутон статуса полноценной планеты. Каким образом открытие вами Эриды повлияло на понижение в ранге Плутона? В начале 2000-х мы поняли, что за орбитой Нептуна должно находиться огромное количество крупных еще не открытых объектов, и я начал вдоль и поперек обшаривать небо. Мы каждую ночь просматривали все новые участки неба, и, наконец, после 5-летних поисков обнаружили объект примерно такого же размера, что и Плутон. И это была Эрида. Если обнаруживаешь нечто более массивное, чем Плутон, то либо должен признать, что Плутон уже не планета, либо поменять всю систему координат и признать планеты и Эриду, и подобные ей тела. Логично было перестать считать Плутон планетой. Мы поняли, что подобных ему объектов очень много. Новость о том, что Плутон больше не планета, для многих стала шокирующей. Теперь в нашей Солнечной системе из 9 планет осталось всего 8. Больше всех эта новость расстраивает пожилых людей. Им трудно смириться с тем, что выученное ими в детстве неправда. Но наука не стоит на месте. После открытия Эриды Майку удалось найти и другие карликовые планеты на окраине Солнечной системы. Эти планеты настолько малы, что не могут силой тяготения очистить свое жизненное пространство. В ходе исследований Майк обнаружил странное явление на внешних границах Солнечной системы. И вместе со своим коллегой Константином Батыгиным он принялся ломать над этим голову. Мы совсем недавно обнаружили очень интересную вещь. Самые отдаленные, открытые нами объекты находятся на очень вытянутых, отдаленных от Солнца орбитах. Они уходят очень далеко от Солнца, но возвращаются. И все их орбиты ориентированы в пространстве примерно одинаково. Они двигаются в одном направлении, а не в разных относительно Солнца. Это очень интересное совпадение. То, что все эти орбиты выровнены, заставило нас задуматься о том, что есть нечто, что их выравнивает. И по мнению Майка, это не что иное, как гигантская планета. Начинаем отсюда, из центра Солнечной системы. Майк объясняет, почему он считает, что в Солнечной системе есть еще одна неоткрытая планета. Давайте уменьшим масштаб, чтобы увидеть эти отдаленные объекты, движущиеся в одном направлении. Вот мы уходим все дальше и дальше, и я сейчас покажу вам орбиты этих 7 объектов. Они все выстроены в ряд. У них у всех одно и то же направление. И если мы наклоним их в сторону, вы увидите, что и угол наклона у них совпадает. Тот факт, что все эти объекты отклоняются и выравниваются одинаково, привел нас к мысли о том, что такое их поведение может быть обусловлено только наличием гигантской планеты, которая находится с противоположной стороны, а именно вот здесь. Ух ты! Вот на этом участке, примерно на такой орбите. Значит, это орбита 9-й планеты? Да, это она. Ясно. И, как видите, она с противоположной стороны от этих 7, но имеет тот же наклон. По оценкам Майка, период обращения этой планеты, которую он называет 9-я планета, около 15 тысяч лет. Он также предполагает, что эта планета примерно в 10 раз больше Земли. Но если она такая большая, почему мы не можем ее найти? Ее сложно найти по причине ее крайней удаленности. Мы не знаем, в какой именно точке своей орбиты она находится. Она может быть как в самой ближней, так и в самой дальней точке. Какой парадокс будет, если человек, лишивший статуса планеты Плутон, откроет настоящую 9-ю планету? Разумеется, скептики не успокоятся, пока им не преподнесут ее на блюдечке с голубой каемочкой. Я буду очень удивлен, если мы не найдем ее в течение 3-4 лет. Но для этого нам надо прочесать достаточно большой участок неба. Это все равно, что косить газон.
Будем прочесывать сверху донизу и снизу доверху. Прошерстим весь этот участок насквозь и выясним, наконец, где именно она затаилась. Темные глубины мироздания. Далее в программе. НАСА запускает межпланетную станцию к Плутону и в шоке от обнаруженного. Похоже, атмосфера Плутона очень напоминает земную. Темные глубины мироздания. С 1965 года, когда межпланетная станция Mariner-4 получила эти первые снимки Марса, НАСА исследует планеты Солнечной системы. Космические зонды осуществляли наблюдения за гигантской планетой Юпитер, а потом и за Нептуном, сделав фотографии, подарившие массу бесценной информации об этих удивительных планетах. Следующей задачей было наблюдение за Плутоном, за самой дальней планетой Солнечной системы, с помощью космического аппарата, названного «Новые горизонты». В 2006 году, когда межпланетная станция была запущена, Плутон еще считался планетой, но за 9,5 лет миссии усилиями Международного астрономического союза Плутон успели переквалифицировать в карлика. Но планета и или нет, это был загадочный мир, с которым всем не терпелось поскорее познакомиться вплотную. Мне нравится называть «Новые горизонты» миссией растянутого удовольствия, потому что мы стартовали в январе 2006-го. До главного события 9,5 лет. По ходу мы совершили много интересных открытий, но, по сути, мчались галопом по Европам. Если бы что-то пошло не так, мы бы просто упустили эту возможность. На этом аппарате 7 научных инструментов. Хейл Уивер — научный руководитель проекта «Новые горизонты». Здесь представлена модель аппарата. Каков ее масштаб? Он способен долететь до Плутона. Модель выполнена в масштабе 1 к 8. Ясно, настоящий, разумеется, намного больше. Но все равно не такой уж огромный. Размером, наверное, с пианино. На станции «Новые горизонты» установлены миниатюрный радиоизотопный генератор, два компьютера, спектрометр, телескопическая камера и антенна. Когда зонд делает снимки поверхности Плутона, он отправляет их на Землю. Что мы знали о Плутоне до миссии «Новые горизонты» и что мы знаем о нем сейчас? Мы предполагали, что на Плутоне происходит что-то интересное, но этим все и ограничивалось. Даже в мощнейшем телескопе «Хаббл» Плутон выглядит как непонятный сгусток. Мы не могли исследовать его, пока не подобрались к нему на станции «Новые горизонты». После космического путешествия продолжительностью 9,5 лет станция «Новые горизонты» наконец приблизилась к Плутону, карликовой планете размером всего в 3/4 Луны. Снимки Плутона, сделанные станцией, поступали на Землю с опозданием в 5 часов. Той ночью, примерно в половине 12-го, на экране моего офисного компьютера наконец появилось изображение. Мы увидели Плутон. На нас смотрело огромное сердце. Это огромное сердце, все эти впадины и возвышенности, этот невероятный рельеф — это было нечто потрясающее. Думаю, я больше никогда в жизни не увижу ничего подобного. Это было поразительно. Выяснилось, что поверхность Плутона состоит в основном из азотного льда и гораздо более изменчива, чем считалось ранее. Меня больше всего поразили эти гигантские горы, состоящие из водяного льда, плавно перетекающие в ледяные щиты. И очень интересно было наблюдать за этим взаимодействием льдов и атмосферы. Когда мы облетали Плутон и оглядывались на Солнце, это было потрясающе. Пожалуй, самые известные кадры «Новых горизонтов». Мы видели специфическое свечение, и, как выяснилось, атмосфера Плутона очень напоминает земную. Она состоит в основном из молекулярного азота, которым мы сейчас дышим. Еще до миссии «Новых горизонтов» Ассамблея Международного астрономического союза уже постановила, что Плутон не является планетой. В соответствии с новым определением планеты,
Поскольку окрестности Плутона не были свободны от посторонних космических тел, он лишился своего статуса. В нашей среде, в проекте «Новые горизонты», многие рассуждали так: если что-то и можно назвать планетой, так это Плутон. Теперь, когда мы увидели, насколько красив Плутон, насколько разнообразен его рельеф, мне кажется, сейчас многие понимают, что было ошибкой лишать Плутон статуса планеты. Научное сообщество договорилось считать Плутон карликовой планетой. Я не против того, чтобы назвать Плутон карликом. Но для меня он прежде всего планета. Темные глубины мироздания. Далее в программе. Еще один космический аппарат НАСА посещает пояс астероидов, где открывают новые миры. Мы узнаем о новых, ранее неизвестных нам космических объектах. Мы ничего о них не знали. Темные глубины мироздания. На орбите нашего Солнца вращаются разрозненные каменные фрагменты, появившиеся в процессе формирования Солнечной системы. В основном эти объекты известны как астероиды, сконцентрированы между орбитами Марса и Юпитера в скоплении, известном как пояс астероидов. Этих астероидов миллиарды, большинство из них маленькие, но есть несколько достаточно крупных. Настолько ли крупных, чтобы напоминать планету? Выяснить это отправился межпланетный аппарат НАСА. В сентябре 2007 года НАСА запускает космический аппарат «Заря», который должен был выйти на орбиту даже не одного, а двух крупнейших объектов пояса астероидов — Весты и Цереры. Мы отправляем космические аппараты не просто на каменные глыбы. Мы посещаем иные миры. Бесперебойное течение длительной миссии аппарата «Дон» обеспечивали ионные двигатели, использовавшие крайне малый запас топлива. Тяга обеспечивается очень легко. Ионный двигатель оказывает на космический аппарат такое же воздействие, как этот листок бумаги на мою ладонь. И тем не менее, в отсутствие гравитации, в отсутствие силы трения в космосе, эта тяга постепенно нарастает. Примерно через 4 года полета Дон достиг Весты, которая классифицируется как астероид. Для проведения детального анализа этого космического объекта Дон использовал спектрометр. Мы выяснили, что Веста, как и Земля, обладает плотным железо-никелевым ядром. Его окружает мантия, покрытая корой. И это больше похоже на планету, чем на простую каменную глыбу. Эта анимация Весты основана на реальных снимках, сделанных аппаратом Дон. Ее поверхность покрыта долинами, возвышенностями и кратерами. На Весте, к примеру, есть кратер диаметром почти 500 километров, а посреди его гора, в 2,5 раза превышающая Эверест. Вы только представьте себе этот экзотический, странный ландшафт. Веста, хоть и не обладает идеально сферической формой, имеет ряд схожих черт с планетами земной группы. И несмотря на это, Международный астрономический союз классифицирует Весту как простой астероид. Сейчас многие ученые утверждают, что Веста теснее связана с твердотельными планетами внутренней области Солнечной системы — Меркурием, Венерой, Землей и Марсом — чем с типичными астероидами, теми самыми каменными глыбами, которых в космосе в изобилии. Проведя 14 месяцев на орбите Весты, аппарат Дон отправился в новое длительное путешествие. На этот раз — к крупному сферическому телу под названием Церера. Это был первый, пока единственный раз, когда мы отправили аппарат к отдаленному небесному телу, вывели его на орбиту этого тела, оставили там на длительное время, затем вывели его с орбиты, направили к другому отдаленному космическому телу, вывели на его орбиту и оставили маневрировать там. Церера, как мы выяснили, располагает гигантскими запасами льда. Вы только вдумайтесь, это настоящее царство льда и камня со странными яркими вкраплениями, которые как бы излучают свое свечение в космос. Эти завораживающие сигнальные огни, как космические маяки, манят направить к ним космический аппарат для более близкого знакомства. Именно это и было сделано.
Ученые обнаружили, что эти яркие пятна содержат большие объемы карбоната натрия, что может свидетельствовать о недавней геологической активности на поверхности Цереры. Она, как и Плутон, отнесена к категории карликовых планет. У Плутона и Цереры действительно много общего. Они обе удовлетворяют критериям карликовых планет. Они достаточно крупные, имеют сферическую форму, но орбиты обеих пролегают в тех участках Солнечной системы, которые буквально кишат другими небесными телами. Церера — в поясе астероидов, Плутон — в поясе Койпера. Так что обе эти планеты можно считать карликовыми. Темные глубины мироздания. Что делает планету планетой? И неужели во всей Солнечной системе всего 8 планет? Эта тема остается для ученых одной из наиболее горячо обсуждаемых. Существовала целая группа планетологов, считавших, что у нас должно быть так называемое геофизическое определение планеты. То есть, если объект довольно крупный, имеет достаточную массу, чтобы принять почти сферическую форму, и при этом обращается вокруг Солнца. Вот именно это мы должны принять за определение планеты. Но если это так, значит, в поясе Койпера еще около 20 объектов, которые можно назвать планетами, включая Плутон. Интересная особенность Плутона, если сравнивать его с планетами, в том, что каждая из этих 8 планет — гигант на фоне Плутона и подобных ему тел, и каждая из этих 8 планет доминирует в своем секторе Солнечной системы. Третье условие — пространство вокруг планеты должно быть свободно от инородных тел. Что ж, каким бы категориям мы их ни относили, миссия «Новые горизонты» позволила нам поближе познакомиться с Плутоном, а межпланетный аппарат «Дон», совершивший путешествие к Церере, доказал нам, что это динамично развивающиеся миры, интересные с научной точки зрения. С вами была Эмили Каландрелли. До встречи в следующем выпуске. Сделаем это. Сегодня мы проведем демонстрацию. Отлично, Эмили. Я вылечу из самолета, прямо как груз, который нужно доставить на Землю. Нам нужно сравнить это с доставкой груза на Марс. Мне помогут в центре прыжков с парашютом в Сан-Хосе. Веселье! Но как ты? Я нервничаю больше, чем во время своего первого полета. Мы уже очень высоко, и кажется, скоро мы достигнем того уровня, когда придется прыгать. Да. Сегодня я спрыгну с парашютом с высоты в 4 километра. Наверное, это будет захватывающе и в то же время очень страшно. Прыжок с парашютом на Марсе был бы другим. Сила тяжести там на треть больше, и сначала я бы падала медленнее. Но атмосфера Марса в 100 раз тоньше, и потом я бы стала падать намного быстрее из-за меньшего сопротивления. По этой же причине парашюта было бы недостаточно, чтобы замедлить мое падение. Но здесь, на Земле, парашют спас мне жизнь. Итак, я успешно приземлилась с парашютом на этой планете. Но Земля — это одно, а высадка на Марс — это совершенно другое дело. В 70-х НАСА переключила свое внимание с высадки на Луну на доставку космических зондов на Марс. Начиная с космических аппаратов «Викинг», НАСА добилась больших успехов. Мы успешно доставили двух «Викингов», затем мы успешно высадили «Следопыта», после этого мы доставили туда «Спирит», «Opportunity», а потом и «Curiosity». Используя комбинацию парашютов, тормозных ракет
небесного крана и воздушных подушек, инженеры нашли правильную формулу для каждого корабля. В NASA Ames находится самая большая аэродинамическая труба в мире, где тестируют парашюты для Марса. Парашюты играют большую роль в космической программе NASA. Но иногда они преподносят сюрпризы. Сложно предсказать, как будет работать парашют, если изменить его конструкцию. Это неожиданно и непредсказуемо. Мы войдем в эту огромную трубу, где происходит все самое интересное. Этот конец трубы является большей зоной впуска. Он размером с футбольное поле. А эти вены сглаживают любую турбулентность снаружи. Так что течение воздуха по трубе происходит очень плавно. После проектирования, расчетов и испытаний NASA сделала посадку на планету в 200 миллионах километрах от нас. Почти такой же простой, как прыжок из самолета. Далее в программе. Космический зонд, который NASA отправит на Марс, будет доставлен туда совершенно новым способом. Это очень грубая посадка. Но каждый раз все внутри было в хорошем рабочем состоянии. Темные глубины мироздания. Вы смотрите программу «Темные глубины мироздания». Когда НАСА отправляла зонды «Викинг» на Марс, стало ясно, каким коварным может быть ландшафт. Когда «Викинг-2» достиг Марса, одна из его ног угодила на камень, опрокинув робота. Отправляя на поверхность Марса следующий космический корабль, НАСА будет использовать совершенно новый подход. Чтобы обеспечить безопасную посадку на скалистую поверхность Марса, НАСА предлагает радикально изменить предыдущие методы. Еще в начале 90-х лаборатория реактивного движения стала искать специалистов для создания системы посадки на воздушных подушках. Суть в том, что когда ценный груз приблизится к поверхности Марса, он будет окружен подушками, которые надуются сжатым газом. Эти подушки полностью надулись примерно за 1,5 секунды. Затем груз ударяется и пару раз отскакивает, пока окончательно не остановится. С какой целью используют подушки? Когда я вижу, как очень дорогой марсоход оказывается на Марсе, а затем скачет по поверхности, мне не по себе. Именно поэтому воздушным подушкам очень долго не доверяли. Но затем их стали рассматривать как довольно надежный способ посадки на другой планете. Если известно, в каком участке планеты находится груз, система подушек очень выручает. Компания ILC Dover производит материалы для воздушных подушек. Подушки использовали для посадочного модуля «Следопыт». Он успешно достиг Марса 4 июля 1997 года. К «Следопыту» был прикреплен марсоход «Саджорнер». Это первый марсоход, исследовавший марсианский ландшафт. Одна из проблем воздушных подушек — не порвутся ли они после удара об острые камни. Подушки следопыта были сделаны из Виктрана с легким покрытием из силиконовой резины, которая удерживала газ внутри. Затем шли еще 4 слоя Виктрана без резины, но с плетением рипстопа. Эти слои защищали слой, находящийся под ними, от повреждений, от ударов и царапин, которые он мог получить при столкновении со скалистой поверхностью Марса. Чак, мы стоим перед очень большой воздушной подушкой. Для какого марсохода ее использовали? Эта конструкция была создана для подушек следопыта. Это один из ранних тестовых образцов. Как видите, он был немного поврежден в результате проведенных испытаний. Это полномасштабная модель, верно? Да, это так. Если вы хотите получить представление о размере всей системы, вообразите 4 подушки, каждая из которых прикреплена к поверхности большой пирамидальной конструкции,
Таков размер системы. Грандиозно. Через 7 лет после следопыта система подушек снова в деле. Ее используют еще два аппарата — Spirit и Opportunity. Когда груз наконец останавливается, подушки сдуваются. Посадочный модуль имеет форму пирамиды, и неважно, на какую сторону он сядет, он откроется, и тогда марсоход сможет уехать и начать исследовать Марс. Примечательно, что эти марсоходы не только выживают при посадке, но и дольше выполняют миссии. Opportunity проработал до 2019 года. После успеха Spirit и Opportunity NASA захотела создать более крупный и сложный марсоход. Но для этого нужно было придумать новый способ посадки на Марс. Далее в программе. Следующая высадка NASA состоит из нескольких этапов и включает в себя еще одно удивительное изобретение. Мы больше не видим Землю. Страшно, все на тебя рассчитывают. Может, он пропал? Темные глубины мироздания. После того, как НАСА успешно высадила на Марс два аппарата, было решено отправить марсоход большего размера и обладающий большим числом возможностей. Но возникла серьезная проблема. Как безопасно доставить этот аппарат на Марс? В лаборатории реактивного движения НАСА был представлен марсоход Curiosity. Он размером с машину и намного тяжелее предыдущих марсоходов. Создание марсохода, который может путешествовать по пересеченной местности Марса, сложная задача. Но это не единственная проблема. Насколько важно для успеха место посадки? На испытательном полигоне для марсохода Curiosity мы встречаемся с Аленом Ченом, руководителем операции по спуску и посадке аппарата. Безопасная доставка Curiosity на Марс потребует нестандартного подхода. Почему бы просто не использовать ту же систему воздушных подушек? Spirit и Opportunity составили примерно пятую часть массы Curiosity. Эти марсоходы были намного легче. Те воздушные подушки, которые в них использованы, не смогли бы защитить Curiosity. Чтобы безопасно посадить Curiosity, инженеры предлагают инновационный план системы тросов, на которых он мягко опустится на планету. Эта техника мягкой посадки называется маневром небесного крана. Во время многих миссий бывает сложно понять, когда посадка прошла действительно успешно. Аппарат летит вниз с небесным краном и двигателями сверху. Когда он касается поверхности, кажется, что вес марсохода исчез. Как только это происходит, мы понимаем, что аппарат успешно приземлился. Так мы не сильно нарушаем рельеф местности. Если бы двигатели находились снизу, они создали бы кратер, и марсоход не смог бы сесть. Как именно будет проходить посадка марсохода Curiosity? Мы войдем в атмосферу со скоростью около 20 тысяч километров в час. Атмосфера — это обоюдоострый меч. Она дает возможность замедлиться, но также вызывает аэродинамический нагрев. Итак, мы должны прорваться сквозь атмосферу и использовать ее для остановки. Из-за сопротивления аппарат станет очень горячим, но чтобы защитить марсоход, у нас есть абляционный тепловой щит. Как только мы достигнем сверхзвуковой скорости, сразу развернем парашют диаметром в 21 метр. Это самый большой планетарный парашют. Мы раскроем его примерно в 10 километрах от Земли, а затем спустимся до 8 километров и сбросим теплозащитный кран. После этого мы включим радар, подождем подходящего момента и сбросим парашют. В 2 километрах от поверхности мы выпустим ракеты, чтобы замедлиться. Мы спустимся прямо над тем местом, где хотим приземлиться. В 20 метрах над поверхностью. Мы начнем маневр небесного крана. Спустим марсоход на 7 метров.
и доставим его на Красную планету. Как только мы окажемся на поверхности, мы освободим ступень спуска. Она отлетит на 600 метров и погибнет, как настоящий герой. 26 ноября 2011 года НАСА перепроверяет все свои расчеты, поскольку Curiosity отправляется в миссию на Марс. 8 месяцев спустя марсоход наконец достигает атмосферы Марса. Мы замедляемся. Алан Чен и другие члены команды с нетерпением ждут результатов своей работы. Наблюдается 14-минутная задержка связи с космическим кораблем. Мы готовы запустить двигатели для управляемого полета. Посадка должна пройти гладко от верхней части атмосферы до поверхности Марса. Это сложный процесс. Поступили предупреждения, может, он пропал? Мы больше не видим Землю. Страшно. Все на тебя рассчитывают. Не только твоя команда, но и все, кто готовится собирать данные, как только марсоход коснется планеты. Я не хочу их подвести. С момента входа аппарата в атмосферу до момента посадки проходит 7 минут. Некоторые называют их 7 минут ужаса. Мы нашли ровное место. Готовим небесный кран. Сигнал к Одиссею еще силен. Небесный кран запущен. Опускается с ожидаемой скоростью. Сигнал к Одиссею пока силен. Скоро перережут трос. Танго, Дельта в порядке. Все стабильно. Посадка подтверждена. Мы на Марсе. По этому видео понятно, что все очень взволнованы нашим успехом. Ради этих 7 минут я работал каждый день в течение 10 лет. Все прошло так, как мы хотели, и это принесло нам облегчение. После необычного входа, спуска и посадки Curiosity может свободно исследовать тайны этого нового мира. Далее в программе. В будущем на Марс будут отправлять еще большие грузы, что создаст новые проблемы. Чтобы отправить что-то большее, первым делом нужно улучшить систему входа. Темные глубины мироздания. Запуск марсохода оказался сложной задачей, и НАСА добилась поразительных успехов. Однако впереди ждут новые испытания. Вы увидите, что НАСА всегда стремится найти лучший способ посадки на Марс. Как мы видели, посадка Curiosity потребовала нескольких важных шагов. В первую очередь, установки теплозащитного экрана. Из-за трения марсианской атмосферы тепловой экран накалился до 1600 градусов по Цельсию. В NASA Ames разрабатывают новый тип теплозащитного экрана под названием ADEPT, или адаптируемая развертываемая технология системы входа. Тепловой экран изготовлен из углеродного волокна. В прошлом, когда мы отправляли марсоходы, нам не нужен был ADEPT. Почему он понадобился сейчас? Мы посадили на Марс Curiosity, который похож на небольшую машину. Он весит около 2000 килограммов. Это предел того, что можно сделать с помощью современных технологий. Но если мы хотим отправить что-то большее, первым делом нужно улучшить систему входа. Если НАСА отправит людей на Марс, размер грузов должен будет увеличиться. Ракета SLS, новый проект НАСА, будет перевозить самые большие грузы. Например, то, в чем будут находиться астронавты и их оборудование. Размеры будут ограничены примерно 8 метрами в диаметре. Вот почему НАСА строит теплозащитный экран, который сможет сильно расшириться. Создание экрана — это одно, а разработка ткани, способной выдерживать экстремальные температуры, совсем другое дело. У NASA Ames есть установка ArcJet, при помощи которой будут испытывать эту ткань.
Груз, который мы хотим защитить, будет внутри. Ясно. Алан показывает мне одну из маленьких моделей теплозащитного экрана Adept. Итак, он раскрывается. Совсем как зонтик. Да, как зонтик. Когда ткань полностью развернется, она станет такой же жесткой, как кусок посередине. Мы должны сделать их очень прочными как в конструктивном, так и в термическом отношении. Вот таким образом он складывается. Вы хотите сделать его очень компактным? Конечно, мы хотим достичь высокой эффективности упаковки. Тепловой экран выглядит как сшитые секции ткани из углеродного волокна. Экран отправится в космос, но на вид он кажется таким хрупким. Не похоже, чтобы он мог защитить груз в экстремальной жаре при входе в атмосферу Марса. Неужели он выдержит эти условия? Как это возможно? Мы должны придумать, как развернуть его так, чтобы он стал очень твердым. Прямо как этот стол. Если отправить марсоход Curiosity, это все равно, что доставить машину, то отправить астронавтов на Марс равносильно доставке дома. Нам нужно отправить на Марс много вещей для астронавтов. Туда поедет их среда обитания, устройства для выработки электроэнергии, системы связи, вода, а также аппарат, который доставит людей обратно на орбиту Марса для встречи с кораблем, следующим на Землю. Приятно видеть решимость инженеров и их усилия по созданию идеального развертываемого теплозащитного экрана. Они служат фантастическому делу — доставке человеческой расы на другую планету. Темные глубины мироздания. Теперь мы увидели все способы посадки космических аппаратов НАСА на Марс. Удивительно, что все они были успешными, ведь разряженная атмосфера Марса очень сильно затрудняет посадку. Одним из самых радикальных решений стала система воздушных подушек, которая помогла следопыту, Спириту и Opportunity попасть на Марс. Эти подушки были изготовлены компанией, которая создала скафандры для астронавтов Аполлона. Когда я начал работать, здесь было много людей, имевших отношение к производству скафандра, в котором Нил Армстронг высадился на Луне. Я часто думал о том, как завидую им. Они вошли в историю. Когда следопыт и другие марсоходы прибыли на Марс, это тоже вошло в историю. Мы были взволнованы и очень гордились тем, что смогли стать частью этого. Многие инженеры усердно трудились, чтобы аппараты совершили мягкую посадку на Марс. Это намного сложнее, чем мой прыжок с парашютом, верно? Честно говоря, прыжок с парашютом из этого самолета стал одной из самых ужасных вещей, которые я когда-либо делала. Я сходила с ума от страха и держалась за инструктора изо всех сил. Ветер так бил в лицо, что казалось, я не могу дышать. Я хотела успокоиться и старалась думать так. «Дыши, Эмили, скоро ты будешь на земле». Но когда ты открыл парашют, все стало хорошо. Я почувствовала невероятную благодарность за то, что у нас есть парашют. Ты молодец, Эмили. Спасибо. Добро пожаловать на программу «Темные глубины мироздания». С вами Эмили Каландрелли. 2011 год вместил в себя невероятное количество событий, связанных с исследованием Солнечной системы. Одно из этих событий имеет прямое отношение к крупнейшему из наших соседей. Юпитер может многое поведать нам об истории Солнечной системы, в том числе потому, что Юпитер огромный. Все тела Солнечной системы могли бы уместиться внутри Юпитера. Скотт Болтон собирал команду ученых и инженеров, ответственных за постройку космического аппарата, способного исследовать Юпитер. Если мы выясним, как формировался Юпитер и из чего он состоит, это даст нам ключ к пониманию того, как выглядела Солнечная система раньше. Космический аппарат назвали Юнона. После длительной подготовки он был, наконец, готов к запуску. Его назначили на 5 августа 2011 года.
В день запуска царила атмосфера эмоционального подъема и напряжения. Перевести рычаг на минус 4 минуты. Я знал, чем рисковал. Все, над чем я работал 10 лет, находилось в верхнем отсеке ракеты. И если бы там что-нибудь пошло не так, аппарат бы тут же взорвался. Запуск прошел успешно. А после выхода из земной атмосферы Юнона развернула свои солнечные панели. А это должно было обеспечить аппарат энергией на протяжении всего пути до Юпитера. Достигнув максимальной скорости 250 тысяч километров в час, Юнона за следующие 5 лет преодолела расстояние 2 миллиарда 800 миллионов километров. Когда Юнона наконец достигла Юпитера, ей пришлось резко сбросить скорость, чтобы выйти на орбиту этой планеты. Когда мы достигли Юпитера, это было следующее самое серьезное испытание для всей миссии. Я ждал, буквально затаив дыхание. Нам нужно было активировать ракету Юнона, чтобы замедлить ее. Вот оно. Или мы взорвемся, или выйдем на орбиту. Все или ничего. К счастью, все прошло идеально. Мы только что выполнили труднейшую задачу в истории НАСА. А потом я дал волю эмоциям. Вся наша команда сошла с ума. Юнона вращалась на орбите Юпитера по эллиптической траектории, которая каждые 53 дня выводила аппарат на максимально близкое к планете расстояние. Совместный контроль над полетом осуществляли Калифорнийская лаборатория реактивного движения НАСА и отделение техподдержки корпорации Lockheed Martin в Колорадо. Уникальность Юноны в том, что мы оказываемся на высокоэллиптической орбите, поэтому впервые мы можем видеть полюса Юпитера. Аппарат не просто вращается вокруг планеты, он идет по эллипсу, то проходя очень близко от планеты, то отклоняясь от нее на значительное расстояние. И делаем мы это для того, чтобы не задерживаться в радиационных поясах. Поскольку Юнона может приближаться к Юпитеру лишь ненадолго, ей потребуется совершить много витков, прежде чем миссия будет завершена. Миссия Юноны зависит от разных орбит. Ее смысл в получении полной карты Юпитера. Поэтому мы каждый раз подходим к планете на новой долготе. Согласно действующему плану, мы получим эту полную карту, сделав 35 витков вокруг планеты. Юнона оборудована несколькими инструментами, предназначенными для изучения состава Юпитера. На ней также установлена камера, названная JunoCam. Сделанные ею снимки выкладывают на сайт Юноны. Что для вас, как для участницы этой миссии, значили эти первые кадры с Юпитера? Когда я увидела эти снимки, у меня просто дух захватило. Они просто шикарны, невероятно. Уже первые снимки были впечатляющими, и такими они и остаются. И на них видна одна интересная деталь. Штормовые зоны, которые мы называем жемчужины. Ученые крайне заинтересованы в том, чтобы понять, что происходит в динамике в этих слоях облаков. Каждый оборот Юноны приводит к разгадке новых тайн, скрытых за внешними слоями штормовой атмосферы Юпитера. А что произойдет со станцией Юнона, когда ее миссия будет завершена? После того, как Юнона выполнит свои научные задачи, мы уведем ее с орбиты, то есть, по сути, направим аппарат в атмосферу Юпитера, где он сгорит. К тому времени Юнона соберет гигантский объем информации о Юпитере. Когда ученые смогут проанализировать состав планеты, прояснится картина происхождения всей нашей Солнечной системы. Далее в программе. Еще одна миссия 2011 года, на этот раз на Луну. С помощью лунной камеры мы получаем снимки кратеров внутри кратеров. А космический аппарат НАСА достигает ближайшей к Солнцу планеты нашей системы. Мы видим признаки гигантских потоков лавы и вулканических кратеров.
Темные глубины мироздания. Ближнюю сторону Луны, то есть полушарие, обращенное к Земле, изучает много веков, но она по-прежнему остается загадкой. Например, ландшафт, испещренный кратерами, видимыми невооруженным глазом, это следствие ударов астероидов или чего-то еще. В 2011 году НАСА отправила два аппарата, чтобы получить ответы на этот и другие вопросы. И ближняя, и обратная сторона Луны покрыты кратерами, хребтами. Там можно наблюдать интересные явления. Откуда все это взялось, не совсем понятно. В Lockheed Martin, чтобы прояснить этот вопрос, построили два аппарата, разработанных для создания карты гравитационного поля всей Луны. Миссия по изучению гравитационного поля и внутреннего строения Луны больше известна по аббревиатуре ГРААЛЬ. Зачем нам вообще нужна карта гравитационного поля Луны? Что нам это дает? Существует масса вопросов о внутреннем составе Луны, и миссия ГРААЛЬ поможет получить ответы на них. По сути, главная цель — увидеть то, что под поверхностью. Один только верхний слой может рассказать очень многое об истории эволюции Луны. В сентябре 2011 года с помощью одной ракеты были запущены два зонда ГРААЛЬ. Когда аппараты достигли Луны, они начали вращаться на ее орбите на высоте всего 55 километров от поверхности. За первым зондом неотступно следовал второй. ГРААЛЬ замерял гравитационное поле Луны с помощью двух зондов, идущих один за другим. Когда один аппарат проходил над областью высокой плотности, его скорость увеличивалась, а с ней увеличивалось расстояние между обоими аппаратами. Таким образом, замеряя расстояние между этими двумя аппаратами по мере их пролета над Луной, получали подробную карту гравитационного поля Луны. Первоначально аппараты обозначались ГРААЛЬ-А и ГРААЛЬ-Б. Но затем в НАСА решили дать им настоящие имена. Покажите мне Л! Л! Покажите мне Би! Би! Один из классов начальной школы Эмили Диккенсон в городе Бозман, штат Монтана, выиграл конкурс на лучшее название. Покажите мне W! W! Что у нас получилось? Прилив и отлив! Переименованные в «Прилив» и «Отлив», зонды летят в идеальной гармонии. Каждый из зондов «ГРААЛЬ» оснащен камерой «Мункэм». Устройство призвано привлечь к участию в проекте школьников. Идея заключалась в том, чтобы дать простым школьникам возможность самим выбирать место и время съемок Луны во время нахождения аппарата «ГРААЛЬ» на ее орбите. Проведя на орбите Луны почти год, ГРААЛЬ успешно создал полную карту гравитационного поля Луны. На некоторых участках очевидно, что поверхность Луны серьезно изрыли астероиды. С помощью миссии ГРААЛЬ мы обнаружили в том числе, что наличие участков с аномально высокой гравитацией вызвано ударами по Луне, которые были такой силы, что снесли весь верхний слой, обнажив следующий — мантию, оказавшуюся на поверхности. Но сюрпризы на этом не закончились. Оказалось, что участки, которые ранее считались сформировавшимися из-за ударов астероидов, могут быть результатом вулканических и тектонических процессов. По завершении миссии прилив и отлив должны врезаться в Луну. Но до того, как это произойдет, аппараты решено перевести на еще более низкую орбиту. Ближе к концу миссии мы летели так низко, что это напоминало бреющий полет. Летели настолько низко, что приходилось огибать препятствия на пути. Когда у обоих аппаратов закончилось топливо, отлив, прилив. Подошла к концу и годичная миссия, посвященная картографированию Луны. Далее в программе. В 2011 году на Меркурий со спецзаданием отправляется космический аппарат НАСА. Мы отправились на Меркурий проверить гипотезу о том, что на его полюсах есть лед, но обнаружили кое-что еще. Темные глубины мироздания. Меркурий — самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета нашей системы.
1974 года космический аппарат «Маринер-10» совершил 3 полета мимо Меркурия. Он получил первые снимки этой планеты крупным планом, но «Маринер-10» смог охватить только 45% Меркурия. В 2011 году другой аппарат НАСА смог добиться гораздо более четкого представления обо всей планете. В августе 2004 года НАСА запускает к Меркурию межпланетную станцию, названную «Мессенджер». Ее цель — получить более четкое представление о составе и топографии планеты. Чтобы добиться этого, необходимо было решить сложнейшую задачу — вывести аппарат на орбиту Меркурия. Когда отправляешь космический аппарат с Земли во внутреннюю Солнечную систему, он должен набрать скорость. Единственный способ заставить его выйти на орбиту — это набраться терпения и сделать так, чтобы он совершил множество пролетов около Венеры и Меркурия, которые были способны изменить орбиту космического аппарата и сделать ее ближе к меркурианской. Нам надо было запустить силовую установку в нужное время на 15 минут и замедлить аппарат так, чтобы он вышел на нужную околомеркурианскую орбиту. Многое могло пойти не так. Аппарат должен был быть направлен в нужном направлении. Силовая установка должна была быть включена на строго определенное время. В 2011 году «Мессенджер» вышел на орбиту Меркурия. По ходу миссии «Мессенджер» совершит на орбите Меркурия более 4000 витков. Шону Соломону, как научному руководителю проекта, необходимо было собрать команду специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации аппарата «Мессенджер». Главная проблема была защитить «Мессенджер» от экстремально высоких температур Меркурия. Стоит отметить, что вся аппаратура работала идеально и успешно осуществила топографическую съемку всей планеты. Мы выяснили, что поверхность планеты — продукт давних вулканических извержений. Мы видим признаки гигантских потоков лавы и вулканических кратеров. Мы видим системы гигантских разломов, таких, которые вызывали бы на Земле мощнейшие землетрясения. Еще одной целью «Мессенджера» было подтверждение наличия ледников вечной тени кратеров вблиз Северного полюса. 20 годами ранее расположенные на Земле радары обнаружили признаки водного льда на полюсах. Мы отправились на Меркурий проверить гипотезу о том, что на полюсах есть лед, и нам удалось ее подтвердить. Но мы обнаружили кое-что еще. «Мессенджер» открыл, что ледники покрыты темным слоем некоего органического вещества толщиной до 20 сантиметров. Это, вероятно, самое значительное на данный момент открытие, тем более, что оно имеет прямое отношение и к нашей планете. Благодаря аппарату «Мессенджер» мы узнали, что лед и органические вещества на Меркурии появились вследствие столкновений с кометами и астероидами. А это именно то, что является основой зарождения жизни. Земля на заре существования получила воду и органику благодаря ударам комет и астероидов. И на Земле были условия, благоприятные для того, чтобы на основе этой органики развились химические, а затем и биологические процессы. Представление о том, как формировался Меркурий, после нашей миссии пришлось переосмыслить. Мы до сих пор бьемся над вопросом о том, как получилось, что появилась настолько близкая к Солнцу планета. После того, как «Мессенджер» провел на орбите Меркурия 4 года, у него закончилось топливо, что сделало невозможной коррекцию орбиты. В результате аппарат разбился о поверхность планеты. Мы полагаем, что в месте падения на поверхности Меркурия образовался небольшой ударный кратер. И когда-нибудь, когда следующий космический аппарат выйдет на околомеркурианскую орбиту, он обнаружит место, где «Мессенджер» обрел вечный покой. Далее в программе «Космическая Одиссея 2011 продолжается. НАСА отправляет космический аппарат, чтобы поближе познакомиться с одной кометой. От кометы отделяется множество фрагментов, будь то лед или пылевые частицы. Поэтому нам пришлось установить щиты для защиты солнечных батарей.
Темные глубины мироздания. Мы с вами уже выяснили, насколько важным стал 2011 год для исследований Меркурия, Юпитера и Луны. Не менее важным он был и для марсохода Opportunity, достигшего кратера Endeavour после трехлетнего тяжелого перехода. Но в тот эпохальный год в Солнечной системе состоялись и другие важные открытия. В июле 2011 года космический аппарат «Дон» вышел на орбиту гигантского астероида Веста. Много веков Веста была далеким размытым пятнышком в Солнечной системе. Теперь же ученые получили возможность изучить гигантский астероид в мельчайших деталях. В 2011 году он добрался до Весты, сделал 31 тысячу снимков и провел массу научных измерений. Веста на заре истории Солнечной системы медленно росла и должна была стать настоящей планетой. Но рост ее был внезапно прерван, поэтому она так и не успела обрести статус полноценной планеты. Кометы, как и астероиды, формировались на начальном этапе истории Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Поскольку кометы формировались дальше от Солнца, чем астероиды, они состоят не только из камня, но и изо льда. В 2004 году космический аппарат NASA Stardust успешно собрал образцы пыли с кометы Вильда-2. Затем Stardust получил новое задание — добраться до другой кометы Темпеля-1. Эта миссия получила название Stardust Next. В 2011 году аппарат приблизился к цели, подвергаясь при этом бомбардировке частицами льда с кометы. Когда аппарат приблизился к комете, как ему удавалось защититься от отделявшихся от нее фрагментов? Нам пришлось установить щиты на аппарате для защиты солнечных батарей, поскольку это один из главных элементов, требующих защиты, это наш источник питания. Кроме того, на аппарате был установлен регулятор, который в случае попадания крупной частицы, способной сбить нас с курса, мог бы откорректировать его. НАСА не впервые наносит визит на эту комету. Ранее аппарат Deep Impact сбросил на Темпель-1 устройство «Импактор», образовавшие кратер. Теперь, 5 лет спустя, Stardust Next, приближаясь к той же комете, делает снимки, демонстрирующие, как она изменилась со временем. Поверхность кометы частично состоит изо льда. Когда комета приближается к Солнцу, поверхность нагревается до такой степени, что льды начинают испаряться. Поэтому мы видим, как с кометы исходят газы и пыль. И то, что мы видели, это те места, откуда лед за последние 5 лет испарялся, унося с собой пыль в космос. А зачем нам вообще изучать кометы? По той же причине, по которой мы изучаем другие небесные тела Солнечной системы. Считается, что кометы таят множество секретов, касающихся формирования Солнечной системы. Таким образом, изучая состав кометы, мы приближаемся к пониманию происхождения Вселенной. Темные глубины мироздания. В 2011 году НАСА отправляла космические аппараты для изучения Луны, таких планет, как Меркурий и Юпитер, а также кометы и астероидов. Этот год для НАСА завершился на высокой ноте, с запуском на данный момент самого большого и технически совершенного марсохода, названного Curiosity. 2011 год стал эпохальным для исследований космоса в целом. И что самое главное, он показал, что если мы хотим узнать больше о себе, о том, кто мы, как мы здесь оказались, как ведет себя Земля и другие планеты, необходимо изучать всю Солнечную систему. Главный инструмент ученого — метод сравнительного анализа. А это значит, я должен изучать Меркурий, я должен изучать Марс, я должен изучать Юпитер, чтобы понимать, что такое Земля.
Оглядываясь на такие годы, как 2011, богатый обилием самых разнообразных событий, осознаешь, что наше общество пытается охватить мысленным взором все, что мы видим, чтобы лучше понять, в каком мире мы живем. Одним словом, 2011 год стал запоминающимся годом для планетологии. С вами была Эмили Каландрелли. До встречи в следующем выпуске программы «Темные глубины мироздания». Некоторые из самых примечательных красот открытого космоса можно увидеть Земли собственными глазами. Наблюдение за северным сиянием, наполняющим нашу атмосферу яркими цветами, поистине захватывает. Но есть одно «но». Чтобы увидеть его, нужно отправиться на север, в такое место, как Фэрбэнкс, штат Аляска. Зимний Фэрбэнкс — одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием. На это место не окажет вам теплый прием. Сегодня, во время нашего визита в университет Аляски в Фэрбинксе, здесь минус 15 градусов Цельсия. Здесь находится геофизическая станция, изучающая северное сияние с 1946 года. Так в чем же причина этого явления? Северное сияние — это результат активности, происходящей на Солнце. Солнце является теплым телом. И с поверхности этого тела постоянно исходит то, что мы называем солнечным ветром. Когда солнечный ветер достигает Земли, заряженные частицы сталкиваются с молекулами в нашей атмосфере, из-за чего возникает это разноцветное сияние. С точки зрения географии, почему из Аляски так хорошо видно сияние? Северное сияние — это овал у самой поверхности Земли, расположенный над Аляской. Когда в Фэрбэнксе безоблачная погода, вы с большой вероятностью увидите сияние. Университет Аляски также владеет исследовательским полигоном Poker Flat Range, стартовым комплексом площадью 2000 гектаров. Отсюда исследовательские ракеты отправляются в атмосферу, что особенно интересно во время сияния. Цель ученых — изучение взаимодействия частиц, создающих северное сияние. На крыше этого здания установлены камеры и датчики, собирающие данные из атмосферы. Это исследовательский центр Poker Flat. Прошу. Мы встретились с Доном Хэмптоном, специалистом по оптическим исследованиям в Poker Flat. Он изучает сияние уже много лет. Почему вы изучаете сияние? Это явление загадка? Или мы не до конца его исследовали? Мы по-прежнему изучаем сияние по нескольким причинам. Во-первых, мы все больше зависим от спутников. А во время сияния в атмосферу выбрасывается большое количество энергии. Если спутник пролетит на этой высоте, на него могут повлиять изменения в атмосфере. Важно понять, как именно такие явления, как северное сияние и солнечные бури, влияют на атмосферу. Чем больше информации о сиянии, тем точнее можно предсказать время его появления. Эти кадры были записаны на панорамную камеру, проверенное временем устройство, на которое полагаются ученые. Такую камеру можно купить в магазине, однако мы используем специальную панорамную фиш-ай-линзу, которая позволяет нам увидеть северное сияние целиком. Тут бывает довольно прохладно. Да уж. Мы должны бросить вызов стихиям, чтобы увидеть камеру. Ух ты! Как здорово! Здесь много разной электроники. Что из этого панорамная камера? Она здесь. Класс. Когда идет снег, мы очищаем купол. Открываем обзор. Иначе ничего не будет видно. Да, именно так. Этот купол охватывает горизонт. Здорово. И эта камера постоянно наблюдает за ночным небом, верно? Конечно, у нас есть программа, определяющая время суток. Она включает камеру, когда темнеет. Множество людей приезжает зимой на Аляску. И часто не для того, чтобы наслаждаться зимней природой, а чтобы увидеть эту чарующую частичку космоса. Вид волшебный. Я обожаю наблюдать северное сияние. Далее в программе. Ух ты! С помощью виртуальной реальности любой может попасть в открытый космос. Боже! Наша программа позволит каждому оказаться на месте астронавта, работающего в открытом космосе, и без риска для жизни.
Темные глубины мироздания. А теперь поговорим о технологии, позволяющей нам оказываться очень далеко от дома, не покидая его, о виртуальной реальности. Разработки небольшой компании в Сан-Франциско позволят любому оказаться в открытом космосе. Цель Space VR — позволить любому жителю Земли оказаться на месте астронавта и испытать это захватывающее, уникальное ощущение. Мы работаем над первой в мире камерой виртуальной реальности. Только представьте, однажды мы сможем надеть очки виртуальной реальности и оказаться в открытом космосе. Space VR планирует запуск спутника, который поможет прикоснуться к виртуальному чуду каждому жителю Земли. Мы берем статичные снимки, а затем совмещаем их в одно большое изображение. Вы движетесь со скоростью 3000 км в час, но в космосе эта скорость кажется медленной. Мы увеличим ее в 12 раз, и вы облетите вокруг орбиты. Аудиоустройство будет у вас на спине. Чтобы познакомить меня с технологиями будущего, Blaze подключает меня к шлему виртуальной реальности. А вот и сам шлем. Без него вы не увидите изображение. Так. Господи. Здорово. Я будто лежу и смотрю на ночное небо, и меня не покидает ощущение необъятности Вселенной. Это просто в голове не укладывается. Потрясающе. Сейчас это графика. Изображение с Overview One будет живым. 20 тысяч пикселей. Overview One — это название спутника, который Space VR запустит в космос. Наш первый спутник Overview One будет запущен с ракеты SpaceX из Флориды. Он долетит до МКС, затем его вытолкнут. И когда он будет лететь, включатся камеры. На нем установлено 8 камер. Все они снимают одновременно. За 24 часа он облетит вокруг орбиты 17 раз. И мы получим изображение всей Земли. Идея воссоздания космоса виртуальной реальности принадлежит Райану Холмсу, основателю и директору Space VR. Менее 600 человек во всем мире испытывали эффект обзора, впервые описанный Фрэнком Уайтом в 80-х годах 20 века. Эффект обзора заключается в изменении перспективы. Именно это испытывают астронавты при взгляде на Землю из космоса. Эффект обзора — это осознание невероятной хрупкости Земли, одиноко плывущей по бесконечной Вселенной. Некоторые астронавты говорили, что после полета их жизнь изменилась к лучшему. Они стали иначе относиться к людям. Это очень важно для общества. Сейчас мы нуждаемся в этом как никогда. Основной задачей проекта является конструирование кубовидного спутника, способного ровно двигаться по орбите Земли и выдерживать экстремальные температуры. Также необходимо протестировать камеры высокого разрешения. У нас был 5-метровый шест, закрепленный на нем камерой. Мы разместили его на небоскребе в Сан-Франциско. Затем мы делали снимки заката, чтобы протестировать различные условия освещения. После 2 лет, ушедших на сбор пожертвований на таких платформах, как Kickstarter, виртуальная мечта Райана Холмса начала воплощаться в жизнь. Я держу то, что до сих пор не видел никто, даже мы, наш спутник. Что? Это особенный день? Да, это точно. Мы воплощали этот проект в жизнь в течение 2 лет. Ух ты. И где же будут камеры? Камеры будут сверху и снизу. 4 камеры здесь и 4 там. Да. Это очень необычно, ведь когда мы посещаем заводы по конструированию спутников, мы носим защитные халаты в стерильных помещениях. А сейчас у нас в руках спутник, который отправится в космос. Здорово. Я переживаю, он очень дорогой, и второго у нас нет. Так что лучше... Лучше быть осторожнее. Если все пройдет успешно, эффект обзора уже совсем скоро будет доступен каждому. Запись, сделанная Overview One, позволит вам стать астронавтом, вышедшим в открытый космос, однако у вас не будет шлема, поэтому в вашем распоряжении неограниченный обзор.
вы сможете увидеть все. Вы посмотрите вниз и увидите Землю, а потом вверх, на звезды. Это билет в космос для каждого человека. Нет абсолютно никаких ограничений. Любой сможет побывать в космосе. Далее в программе больше захватывающих видов космоса, но на этот раз мы поговорим о штормовой атмосфере Земли, которая часто сеет хаос. Я помню, как ураган двигался к одному из самых уязвимых берегов Соединенных Штатов, к Новому Орлеану. Темные глубины мироздания. Хотя космический телескоп «Хаббл» и показал захватывающие виды отдаленных галактик и туманностей, есть и другие интересные явления, и они прямо над нами. Благодаря спутникам, наблюдающим за Землей, ученые получили удивительные снимки штормовой атмосферы Земли. Из космоса можно заметить ураганы, которые готовятся обрушиться на поверхность Земли. Ураган — это самый яркий пример организованной погодной системы, питающейся теплом и энергией океана. Во время формирования урагана его эпицентр симметричен. Это вращающаяся воронка, и облака, попадая в нее, начинают сгибаться и вращаться. Обычно скорость ураганов порядка 40 км в час, и они могут быть длительными. Национальное океаническое и метеорологическое управление ежедневно составляет прогнозы, сообщает об ураганах и следит за климатом в Соединенных Штатах. Грег Карбин, начальник прогностического отдела, наблюдал за всеми видами ураганов, включая ураган Катрина, один из самых смертоносных ураганов в истории США. Я помню, как наблюдал за ураганом над Мексиканским заливом, понимая, что я впервые за свою карьеру вижу нечто подобное. Ураган пятой категории двигался к одному из самых уязвимых берегов США, к Новому Орлеану. Огромная часть этого побережья была полностью разрушена. Был нанесен невообразимый урон. Местные прогнозы зависят от данных со спутников, наблюдающих за Землей. У управления есть несколько спутников, собирающих изображения и данные о нашей меняющейся планете. И некоторые способны проводить полное сканирование планеты каждые 15 минут. Они визуализируют погоду, облака, температуру облаков, температуру поверхности Земли. Мы получаем много важной информации с этих спутников, наблюдающих за Землей из космоса. Однако спутники обнаруживают не все погодные катаклизмы. Например, торнадо, которые появляются в одно мгновение и сметают все на своем пути. Торнадо, образующая гроза, которая провоцирует торнадо, безусловно, видна со спутников. Но масштаб самого торнадо слишком мал. Он находится под большим грозовым облаком, потому его не видно из космоса. И удары молнии предсказать невозможно. С Международной космической станции молния выглядит как серия впечатляющих вспышек. Как и ураганы, серьезные снежные бури тоже можно заметить из космоса. Крупные циклоны на восточном побережье, называемые северо-восточными, развиваются и двигаются крайне стремительно. Они перемещаются гораздо быстрее медленных ураганов, достигая скорости в 95 км в час и покрывая огромную территорию. Погода на нашей планете меняется беспрестанно, изо дня в день. Технологии, позволяющие предсказать точное место появления шторма, по-прежнему находятся в разработке. Предсказание подобных погодных сложных условий сродни определению, в каком месте котла с кипящей водой появится первый пузырь. Как нам предсказать, где именно появится этот пузырь? Атмосфера, будучи динамической системой, крайне непредсказуема. Далее в программе вы увидите самые впечатляющие фотографии глубин космоса, сделанные телескопом «Хаббл». «Хаббл» предоставил огромное количество информации с
свидетельствующее о том, насколько на самом деле широка и прекрасна наша необъятная Вселенная. Темные глубины мироздания. С момента создания первого телескопа астрономы открывают новые тайны нашей Вселенной. Но в начале 90-х годов на околоземную орбиту был запущен телескоп Хаббл, открывший для нас глубины космоса. Находящийся над атмосферой Земли телескоп Хаббл способен делать захватывающие снимки высокого разрешения. Он открыл далекие галактики и наблюдал за рождением новых солнечных систем. Сегодня в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, мы посетим Калифорнийский научный центр и поговорим с руководителем выставочного проекта Дэвин Уоллер. В центре есть выставка, посвященная этому инструменту, до сих пор открывающему удивительные тайны Вселенной. Дэвин, на что мы смотрим? Что это? Это масштабированная модель телескопа Хаббл. 1/5 часть масштаба, настоящий в 5 раз больше. Ух ты! У телескопа есть люк. Сейчас он открыт. С помощью этой трубы мы фиксируем звездный свет, видимый в космосе. По бокам расположены солнечные панели. Они принимают солнечный свет, который питает системы внутри телескопа. Телескоп Хаббл впервые был запущен в космос шаттлом Discovery. Однако оптика оказалась неисправна, поэтому был отправлен второй шаттл. Астронавтам удалось добраться до телескопа, провести ремонт и устранить неисправность. С тех пор мы получаем с него просто невероятные снимки. Этот телескоп способен делать снимки отдаленных объектов с помощью видимого, а также ультрафиолетового и инфракрасного света. Одни из самых впечатляющих снимков, сделанных телескопом, это снимки туманностей, огромных скоплений облаков, пыли и газов, начинающих формирование звезд и планет. Дэвин принесла несколько удивительных фотографий, сделанных космическим телескопом Хаббл. Вы покажете нам фотографии, сделанные телескопом? Что на них? Да, с удовольствием. Итак. Это довольно знаменитая фотография. Думаю, ее многие видели. Мы называем это столпами творения. Эти столпы — часть крупной туманности. Они состоят из газа и пыли. Они похожи на темные башни, поскольку пыль скрывает свет, исходящий от звезд. Это не монтаж? Нет, это не монтаж. Это можно увидеть с помощью камеры с длительной экспозицией. Вы бы смогли сделать снимок и увидеть эти яркие цвета. Это фотография со сверхглубокого поля. Перед вами длинная экспозиция, наблюдение Хаббла за определенной частью неба. В той части неба очень темно, и астрономы знали, что там, вероятно, есть нечто необычное, но им не удавалось обнаружить какую-либо активность. Телескопу удалось запечатлеть это невероятное явление. На этой фотографии около 10 тысяч галактик. Каждая отдельная точка света — это не звезды, не отдельная звезда, а целая галактика, содержащая сотни миллиардов звезд. Мы были шокированы, получив эту фотографию. Это Сатурн, чудесная планета, моя любимая планета Солнечной системы. Вы видите перемещение 4 лун. Можно увидеть также несколько его очень маленьких лун, находящихся здесь. Титан здесь самая большая луна. Можно заметить не только Титан и другие проходящие луны, но и оставляемые ими тени. Вы видите следующее. Вы видите Луну и ее тень, проходящую по поверхности. Хаббл может видеть крайне отдаленные объекты. Но мы также можем взглянуть на более близкие объекты, расположенные с нами по соседству. Глядя на эти фотографии, сделанные телескопом, туманности галактики, я начинаю понимать, что Вселенная полна жизни. Как вы думаете, какое влияние Хаббл оказал на общество? Хаббл предоставил огромное количество информации о том, насколько обширна и великолепна наша прекрасная Вселенная.
Благодаря Хабблу человечеству открылись многие тайны Вселенной. Таково, на мой взгляд, влияние Хаббла на общество. Темные глубины мироздания. Свободный от препятствий, создаваемых атмосферой Земли, Хаббл предоставил нам захватывающие снимки планет и звезд. В Калифорнийском научном центре мы увидели удивительные снимки, сделанные телескопом, в том числе фотографии недосягаемых туманностей, в которых рождаются звезды. Это туманность «Конская голова». Эту туманность легко найти. Ее обожают рассматривать как начинающие астрономы, так и профессионалы. Значит, ее сможет увидеть любой астроном-любитель с телескопом. Да, она в созвездии Ориона. Это созвездие легко найти, поскольку на поясе Ориона есть три отдельные звезды. Пояс Ориона довольно популярен. Найдите его, затем самую левую звезду, и посмотрите чуть ниже. Там вы увидите туманность «Конская голова». Обнаружив так много особенностей нашей Вселенной, космический телескоп Хаббл привлек всеобщее внимание к вечному космическому танцу, в котором без устали кружатся все небесные тела. Существующие технологии делают космос доступнее. Будь то туманность, запечатленная телескопом Хаббл, или северное сияние в ночном небе, или снимки Земли, сделанные спутниками, красоты Вселенной прямо перед нами. Надо лишь знать, куда смотреть. Я Эмили Каландрелли. До встречи в темных глубинах мироздания.